И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Все так же снимаю для вас ролики. Почему долго не было видосов? Было в прошлом видео. Вы это, кому интересно, можете отдельно посмотреть. А сегодня мы начнем выживание на Crystal Island. Extinction Core, Динотрекер. А зачем ты мне? И почему ты у меня здесь стоишь? У меня больше вот в этом вопрос. Я ж вообще его вроде удалял. Он просто ни к чему в целом. Вообще. Вот, поэтому как бы он в целом ни к чему. Когда есть вот этот мод, то Динотрекер он вообще ни к чему. Вот, короче. Продолжаем выживать. Вот они все настройки, которые вы видите. Можете поставить на паузу. Большой урон, который вы будете видеть. Вот из-за вот этой галочки. А здесь дальше вот настройки. Паузу ставишь, смотришь, читаешь. Надеюсь, не смазано. Очень сильно надеюсь. Вот, играть буду с Extinction Core. Потому что захотел. Это, кстати, не самый старый мод. Если не ошибаюсь, Анунаки самый первый мод. По идее. Ну, по крайней мере, его я первым увидел. Ну что, начинаем. Как же она долго грузилась. Я бы на локалку загружался несколько раз. Ой, на локалку, на сервера. Ох, чё это такое за надпись. В общем, загружался на сервера несколько раз. И я вам так скажу. Туда грузилась прямо так. И все. Здесь же... Я 5 раз, наверное, успел загрузиться и выгрузиться. Так. В итоге загружаем своего персонажа. Ой, где же? Вот здесь вода. И я там строился, когда я играл на этой карте. Запад, центр, восток, юг. Вот юго-запад. Где-то вот в этом районе я строился. А здесь у нас идет... Лес. Блин, нет, давай все-таки вот здесь. Вот здесь вода, здесь, я думаю, будет все-таки, наверное, полегче. Хотя, опять-таки же, я с модом Extinction Core, я не знаю, где здесь полегче будет, вообще без понятия. Самое главное, чтобы вообще мод работал и все было хорошо. Ухи! Как оно красиво! Да, у тебя нету, можешь не чесать. Мы уже давно от него избавились. Красота! О, погоди. Да, теперь я могу официально запускать на эпических настройках. Абсолютно эпические. Больше разрешения мне смысла нету ставить. Почему? У меня монитор больше не поддерживает. У меня старый монитор. Вот. Во, размытие движения, ну и в жопу. Короче. А, ну и блики я убрал, потому что в жопу эти блики. Так, ну что, погнали. Погнали собирать. Погнали собирать ресурсы. Вообще, я очень надеюсь, что... Да, вот, покормить в последний слот. Все, мод встал, все хорошо, все отлично. Из основных модов, как вы уже видели, это у меня Steampunk и Extinction Core. Ну вот, то есть будем, я думаю, все-таки постройки делать по Steampunk. Поэтому пока что я не знаю, что, когда, где. Но Каркина, здорово, мать твою за ногу, господи, прости, не, мне явно в другую сторону бежать. Поэтому я буду смотреть, что я могу сделать. 90 FPS. Майнер на компьютере, это вообще, это беда была. Возможно, у меня бы из прошлой видеокарты было бы все нормально. Так, ну, тебя точно кормить не могу с руки, но трайк мне нужен будет. Я со стимпанком не играл уже много лет. Именно много лет. Вот, поэтому... Ну, вроде как... Здорово. Мне сюда точно не надо. Мне нужен будет трайк для запуска... генератора. Твою мать, да пошел ты в жопу, дурак, что ли? Ёпрсоты.
Там Каркинос, там это. Ладненько. Музыку я поставил из игры. Я реально, для меня это прям проблема, музыка. Я решил, что... А, давай, короче, пока поставим музыку из игры. Будем смотреть, что это когда где. Так, ты у нас... Ты у нас... 140 пилот. Через оглушение. Отлично. Через оглушение, так через оглушение. Где я вообще нахожусь? Нахожусь... Мне куда-то лучше в ту сторону пойти. Примерно. Примерно помню, что, когда, где. Да, 90 FPS на эпике. Я, конечно, об этом даже мечтать не мог в свое время. Когда первое... Вообще, когда я запускал первый арк, если не ошибаюсь, у меня там была видюха чуть ли не на 1 гиг на начальном этапе своей игры. Вообще, я помню, что когда я запускал YouTube, ну вот, у меня был... GT220, видеокарта. Вот, и как бы, ну, понимаете, что... Да. Так, где же я построюсь? Вообще, здесь уже должны быть кристальные виверны уже тусить. Должны. Но они, по идее, не агрессивные. О, редкий цветок. Добрый вечер. Пригодишься. Обязательно будем томить диносов. Это очень не редкий гриб, а жаль. Обязательно будем томить диносов именно с этой карты. А вот и модовые Дина. Вот и модовые Дина пошли. Отлично. Так. Иду в последний слот. Окей. Но мне не нужно. Оглушение. Так, добудем немного кожи. А кожа мне точно пригодится. Но для чего? Для того, чтобы состряпать болос. Болос. Что на тебе? А, солома нужна. Так, погоди, чё за желтая шапка? Твою мать! А вот он и Yellow Tribe! Да пошел ты в жопу, дебил! Ого! О, господи, вот он этот самый Yellow Tribe. Точно, точно, точно! Здесь же трайбы разного цвета. И типа вот эту вот шапку, если не ошибаюсь, нужно надевать, чтобы на тебя трайб определенного цвета не агрился. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот это я сейчас вспомнил прям. Вот прям просто, вот так прям вбил информацию в голову, прям в прямом смысле этого слова. Фух, вспомнил, это хорошо. Так, давай, раз уж я, оказывается, здесь могу по прямой пройти, ну, точнее, немножко обойти, давай проверим. Ты у нас агрессивный? What the fuck? А ты, твою мать, нифига себе. Вот это сразу половина хп, сразу же просто бам, половина хп. Мне просто показалась надпись какая-то, типа, положите в последний слот. И я задумался, в смысле? И на 5 игра мне сразу же такая... Сразу же такая показывает, типа, ну я сейчас тебе покажу, куда что положить. Отлично. Пока что... Warning. Омега Мегапитекус is in range. In range. Если я правильно понял, типа Омега Питекус в радиусе. Не, вот в этом моде я точно буду помирать много и часто. Я прям в этом уверен. Прям на 100% уверен. Потому что все плохо. Явно будет. Так, Альф Черепаха свалила, слава богу. Так, погоди-ка. Да, это понятное дело. И, кстати, надо этот мод все-таки убрать. Ох-ох-ох-ох-ох. Тут мод на хавке-то. Там были хавки.
В том моде была хорошая хавка. Eternal Potion был мод с хорошими хавки. Хавкуми. Так, я походу делаю этот мод все-таки верну. А вот X мод я уберу. Уберу. И сейчас, наверное, это сразу же сделаем. Чтобы я в этом не забыл. Так. Установил этот мод. Убрал тот дебиль мод. А для чего этот мод установил? Чтобы себе хавки не создавать. Да, можно через этот создать себе хавки. Через кукер. Но зачем? Зачем, когда можно себе облегчить немножечко жизнь? 55-й. Маленький. Вообще. Так, что там? Отрегинился? Эй, черепах тут еще тусуется. Я думал, она пришла за мной. Мать его. И за кем ты там агришься? Просто что ли тусуешь? Ну ладно. На... В каком месте построиться? Вот о чем я сейчас думаю. Диносов притомить, да, идея хорошая, но Диносов притомить мне нужно где-то его спрятать. Этот мир еще хуже, чем другие предыдущие, то есть это прям безжалостные, убивают все и вся. Диносов я терять не люблю, поэтому сначала построимся где-нибудь, а потом уже буду томить диносов. Вот самое главное. Единственное, что где построиться. Где построиться? Вообще здесь место хорошее, если уж на то пошло. Чем? Во-первых, вода рядом. Во-вторых, пустыня недалеко. То есть, как бы путешествовать близко. Ну и более такие ровные площадки. Хищников здесь тоже не должно быть много. Хотя вот если туда дальше уходить, они должны появляться уже. Это не касается модовых диносов. О, мелкий. Да-да-да-да-да. Поместить еду в последний слот, это вот это вроде бы. Но это не точно. Проверять не буду. Ну а зачем мне диносы пока что, как я уже сказал, причина. Так, вот смотрю на тот островок, но там по идее уже должны хищники начать появляться. Поэтому, я думаю, в целом-то разницы никакой нету, где конкретно строится. По крайней мере, первый дом. Вот. Единственное, что... Ну, кстати, додож дофига. Трайк здесь, если что есть. 95-й и 25-й. Опять-таки же, трайк это хороший добытчик травы. Ну и... О, добрый вечер. Да, поместить последний слот, покормить. Ну, это у карбонимсов. А почему у Альфа такая же надпись была? Черт, ты его знает. Ой. Ладно, пожалуй. Прайм Дудо. Прайм Дудо. Прайм Дудо. Ты тоже Прайм Дудо. Но ты, похоже, дело, у вас действует эффект стаи, да? О, па-па-па-па-па. Ну, кстати, если так хорошо подумать, то здесь огромная площадка. Здесь реально огромная площадка, здесь можно... Турки! Точно, вас главное не трогать, это я помню. Грибаешься от вас, ух, дай боже. Здесь огромная площадка, так что можно попробовать построиться здесь. Я бы лучше построился около воды, но в целом пофигу. Можно начать строиться здесь. Для начала-то сделаем инструменты. Даже этого нету. Весело. Ну да, что-то я затупил. Очень давно не играл. И как бы вот это вот тупить, это, во-первых, тупить мое призвание, а во-вторых, давно не играл. Неочищенная соль.
каменные инструменты, это, конечно, еще та же порядкостная, но что поделаешь. Так, топорик. И уже лучше. А, что у меня тут со стаками какая-то? Шляпа? Погоди. А я какой мод на стаки-то поставил? Фербершот, так у меня даже модов в стаке. Точнее, в списке модов на стаки нету. Вот это я, конечно, начал выживание веселое. Да уж, сначала у меня, конечно, получилось веселое. Почему мода нету? Потому что я посмотрел и... Я ж тут рубил. Там упало. Я посмотрел, мод просто, короче... То есть он у меня в списке модов есть, но он не открывается. То есть, такое ощущение, что мод удалили, но не удалили, или чё, как, где, непонятно. В общем, мод есть, но мода нету. Что самое смешное. Установил другой мод. Вот он, ультра. Стакс установил. Вроде как, смотрю, работает. И, слава богу. Да, вроде как все работает. Для чего моды? Для того, чтобы не захламлять себе инвентарь. Да, у меня через Bulk Storage все будет стакаться аккуратно, красиво, но все равно. Для начала лучше делать все аккуратненько. Так, конечно, музыки на фоне прям вообще не хватает. Я так привык к музыке на фоне, что прям слов нету. Какое я хорошее место выбрал для постройки, вы бы видели. Да, да, вы и так видели. Ой, желтые трайбовцы там. На уж. И где мне строиться? Так, чтобы не сдохнуть. 130-й левел. Я чуть-чуть такую. А. Это трава так растет красиво. Ужас. Хе, реально. Так. Ну, по крайней мере, надеюсь, что здесь будет побезопаснее. Я очень на это надеюсь. Все-таки это еще и не тот остров. Так, ну да, паразавриков-то можно томить, но зачем мне? Это уже другой вопрос. А, игроков здесь нету, чтобы оповещал, где, что, как и так далее, и чтобы искать скрытых динозавров, поэтому в целом это ни к чему. Ладно, построим для начала деревянный домик. А там уже будет видно, что, как и зачем. Ну да, там уже пустыня идет, там уже явно не то, что мне нужно. А что это? Ты... О, попал наконец-то. Да, то, что так быстро рубится, это просто добыча ресурса ускоренная. То есть ты добываешь то же самое количество ресурсов просто за, допустим, 2 удара, а не за 10. Вот, это как бы ускоряет неимоверно все это дело. Поэтому, да. Ну вот, как-то так. Ой, что же мне нужно сделать? Мид-спойлер. Это у нас в каком моде, интересно? Я тогда могу, как вариант... Свой мод удалять отсюда. Ну, свой мод как. Отдельный мод. Что тоже неплохо. Меньше модов, это хорошо. О, бесконечный парашют. Точно. Классно. Это удобненько. Я и забыл уже, что здесь есть бесконечные штуки. Назовем их так. Так.
Создадим еще немножко хавки. К этому всему еще потом вернемся. О. Blood. Oxygen. Да уж. Ну, много всего веселого и интересного, но мне пока что это ни к чему. Так. Кстати, а что у меня там с камнем вообще? С камнем настолько весело, что строим деревянные постройки. Ой. Деревянные постройки. Так. Как говорится, главное начать. Там само пойдет. Давай все-таки сделаем вот так. 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 Все по стандарту, все по дефолту. Сначала делаем так. Я говорю, нормальную постройку я потом буду делать уже. Посмотрю вообще, какие постройки можно сделать. Вот. И уже буду смотреть по ним. Раз, два, три. Что там? 4, 5, 6. Примерно 6 штук надо, да, стенок. А! Что-то я это пропустил. Не знаю. Начало, конечно, оно всегда весело. Но как по мне, на начало смотреть. Я подумал, это целинг. Надо так делать всегда. Ой. Понасоздавал, не пойми чего. А потом думаю, что с этим делать. Так. Так. Ну да, это вообще самая последняя очередь. Это можно выкинуть. О! Пачки. А для чего они нужны? Речсую. Угу. Можно надеть. Интересно. Ох, вообще ничего по моду не помню. Вообще, прям вообще. Да, господи, ты что на меня прям лезешь-то на топор-то? Прям вообще реально ничего не помню. То есть, что-то какие-то отголоски появляются. Ну вот на цветочки смотрю и прям вообще нифига не помню. Ой. Конечно, больше вопроса, а помнил ли я что-то раньше? Точнее, знал ли я что-то раньше об этих цветочках? Но... Как говорится, время покажет. Если что-то знаете о том, чего я не знаю, или что-то есть дополнить в легкую, пишите в комментариях. С этим модом играли такое ощущение, что все просто в разное время. О, у меня там детишки-то на улице круто стерят. Ух, красота. Поэтому я люблю снимать обычно ночью, а не днем. Ночью просто это... Детишки-то спят! Вот, поэтому... Это так. Кстати, я могу сделать... Нет, я не могу так сделать. Значит, выкидываем. Что мне нужно? А чё, мне нужно печки. Точно. О, печки. Диносов. Мне, наверное, все-таки нужен летун. Так, ладно. О, кожа. Да нифига себе. И как мне добыть кожу? Да. Все-таки пока там были эти, надо было их... додохи. Надо было их мочить. А, ну да. Хотел спальник положить, кровать, но...
Положил один такой. Ой, ну а сколько я с тебя добуду? О, здорово. Я с тебя что, ты ничего не добуду. На нафиг! Ага. Попал он, кинул такой. Да подожди ты, все равно сдохнешь. Киляются там. Прям. Ну слушай, нормально так кожа добыл. Копье вернись. Нормально кожа добыл. И возвращаться никуда не надо. Отлично. Вот, с одной стороны печка-то хорошо, а с другой стороны зачем мне печка, да? Так. Так, так, так. Это мне слиток металла, камни и так далее. Слиток металла. Вообще, металл добывался, металл не добывался. Отличненько. Чувствую, с камешков, с которых добывается соль, я явно не добуду металл. Чисто из логики. Походу, дело все-таки горцуем туды. А там уже будем надеяться, что меня никто не сожжет. Как под водой? О, добрый вечер. Всегда под водой. О, так у меня нефть подо мной. Классно. А это удобненько. Можно всегда вот так под водой видеть? Нет? Читерство. Знаю. Ну, а что поделаешь? Максимальная графика, мать вашу. Вот так вот можно делать. Ну, хотя нет, наверное, просто это. Так, что там близко? Близко. Но благо, на скорость раскачана, я могу от тебя здрапнуть. Отличненько. Ага. Ну, я как понимал, но на всякий случай проверьте. Так. Ты какого лавла? Мелкий. Трубку надо сделать. Кстати, я дропов вообще не вижу. А, во. Вот. Вот только сказал, и дроп сразу же увидел на горизонте. Ну, кстати, пока что здесь безопасно. Это хорошо. Потому что какой-нибудь горем у него. Что-то мне подсказывает, если я добываю песок отсюда, то я тоже металл не смогу добыть, да? Как же ж тут тяжело добыть металл. То соль добывается, то песок. Металла? Ноль. Так, а ты что добываешь? Хм, ты обычное растение. Ну, тоже вариант. Но здесь-то уже точно небезопасно тусить. Одно меня только спасает то, что у меня здоровье дофига. Добрый вечер. А ты чё? Ты обычное растение. Окей. Ладно, погнали на дроп. Раз уж здесь недалеко. Раз уж я могу бегать. Посмотрим, что вообще в дропе. Да, это свое добро, которое я с того сервера притащил, я могу только с луча забрать. Ну, в смысле, с этого. О, господи, змейки попадали. С обелиска. Если я не ошибаюсь. What the fuck? Ой. Фризик. Ну, нормально. О, металл. Они всегда так разваливались? Или это просто из-за хороших настроек? Короче, тут два варианта. Либо это из-за хороших настроек, либо что-то они изменили. Ох, классно. Столько много нового узнаешь об игре. Просто из-за того, что поменял видеокарту.
Нет, то, что ты залагал, это хорошо. Хоть за тобой бегать не пришлось. Отличненько. Ну, я сюда шел за металлом. Я металл залутал. Справедливости ради. Праймал, точно. Здесь же свои эти шмотки. И, по ходу дела, это все-таки свои дропы тоже. Но это хорошо. То есть по дропикам здесь вообще очень даже смысл. Ну, кстати, да. У меня такое никогда из дропов не падало. То есть здесь очень даже есть смысл по дропам бегать. Замечательно. Я только за. Металл. Я бы вот металл бы, конечно, поискал. Но... Знаете, что меня больше всего бесит? Тишина. Она меня очень сильно бесит, это тишина. Без музыки. Реально. Надо врубать фоновую музыку. Надо искать фоновую музыку и врубать фоновую музыку. Вот что я точно могу сказать. Какулы! Ой. А можно за мной, не можно, а? Спасибо, не за что. Судьба. Ну, хоть на острове никого у меня нету. А ты ушел так с острова. Тут поназа спавнилась, а ты думаешь. И что же мне с этим делать? Так, закидываем вот так, закидываем вот так. Зажигаем, создается металл. Нормальное количество металла я должен получить, а это уже хорошо. Могу сделать шкафчик, что уже немаловажно. Самое главное сделать его, поставить его красиво, хотя зачем? Кто ж меня знает? Ну, можно, по идее, надеть шмотки. Пускай будут, какая разница. И скоро смогу сделать верстак. Вот такие вот как-то народ дела. Короче, на этом я уже думаю, будем заканчивать. Не будем затягивать серии по часу, по 2 часа, по 3 часа. В общем, надо как-то возвращаться в норму. И делать видосики не такими длинными. Побольше резать ненужного всего. Вот, ну, самое главное это начать. Ну, а я на этом уже с вами буду, пожалуй, общаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, ну, конечно, делиться моими видео со своими друзьями. Ну, все, всем удачи, всем пока. Всем счастливо, добра, всем пока.